Задержан минчанин, оставивший оскорбительные комментарии под некрологом могилевского милиционера. Факт смерти вызвал нездоровый интерес некоторых интернет-пользователей. И под репостом вместо слов соболезнования и поддержки появились оскорбительные комментарии. Оперативники выявили трех авторов негативных постов. 37-летнего минчанина, 63-летнюю жительницу из Сморгони и 49-летнего жителя Витебска. Все они нелицеприятно высказались об умершем под некрологом в социальных сетях и интернет-ресурсах. Следователи дали правовую оценку действиям комментаторов и признали их подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти. Задержан за оскорбление сотрудника милиции в сетях интернета. Расскажите, что вы совершили именно? Под некрологом в новости в комментариях написал оскорбление в адрес сотрудника. А что вас возмутило? Написал на эмоциях в связи вот особенно с событиями в августе месяце. Политическими событиями в августе месяце. Вину свою признаю, раскаиваюсь и прежде всего хочу принести искренние соболезнования родственникам сотрудника. В очередной раз предупреждаем. За угрозу и публичное оскорбление в адрес представителей власти предусмотрена уголовная ответственность.